Смотрите, какие котлеточки домашние вы делать будете. Это фабрика, кухня. Да, это вот это недопустимо. Ни в коем случае это нельзя. Это плохие ножи, не кованые. Они уже поломались. Убираем и показываем нашим телезрителям вот этот нож, который сделан из кованого металлического материала и со специальными ребрами, которые позволяют приготовить не только эти котлеты, но и все самое мощное. Готовим на мясорубке, готовим фарш, готовим вкусные котлетки. И не только. Вообще мясо мы обожаем. Многие предпочитают мясные блюда, но наша мясорубка готова к любым испытаниям. Это мясорубка от компании Redmond. Это бренд. Бренд, который известен и в Европе, и в Америке. И особая ценность в том, что здесь правильный нож. Правильно. Заказывая сегодня, вы получаете скидку в 1500 рублей. Звонки бесплатные, и количество мясорубок ограничено. Это специальное предложение сегодняшнего дня. Поехали! Смотрите, попрошу телезрителей засечь специально время. Я готовлю больше 1,5 килограмма фарша в минуту, а значит, вы экономите время на приготовлении еды, раз. Второе, вы больше уделяете внимание своим близким и друзьям, и это настоящая мясорубка брендовая, которая известна в 25 городах уже мира. Вау, и странах. Вы представляете? Причем, посмотрите, как мы быстро сделали сейчас фарш. При этом абсолютно не затратили никаких усилий. Даже толкателем Олег не пользовался. Да. Теперь посмотрите, рубленый фарш. Сок весь. Вот когда наклоняешь тарелку, обычно как получается, что сок остается именно стекает здесь. Мясо, здесь внутри, да. Во всем мясе остался именно внутри. А значит, вы получаете идеальную рубку, идеальные котлетки у себя дома. Делайте котлетки дома, делайте те котлетки, из которых вы любите делать мяско. Да? То есть, например, кто-то любит свинину с говядиной, кто-то любит делать с добавлением индейки, некоторые предпочитают добавлять овощи, ну а кто-то любит рыбу. Внимание, поступил звонок в колл-центр. Так. Мы не едим мясо, звонят телезрители. Хорошо. Зачем нам мясорубка, спрашивают? Рыба с костями. Смотрите, я вам демонстрирую, как за 5 секунд она это сделает. Потому что здесь не только кованый наш нож, но и специальный редуктор со шестеренками, которые измельчают абсолютно. Показываю, смотрите, будьте любезны, пошли, отправляем сюда, туда, сюда. Целой цепочкой конвейер большой идет. И опять же, мы даже не пользуемся практически толкателем. Вы представляете, какая мощь? Быстро, лихо делает мясорубка фарш, а мы при этом не затрачиваем усилия. А теперь взглянем на качество фарша. Вы представляете, что он остался абсолютно сочный. Здесь никогда не будет лишней воды. А теперь только задумайтесь, внимание, 96 килограмм фарша в час. Воу! Это больше, чем 1,5 килограмма фарша в минуту. Это уже производственные масштабы. Делайте сами свой фарш, делайте, да, котлеты, делайте зразы, делайте чебуреки, делайте свои любимые блюда с помощью мясорубки. Всего 2899 рублей цена. Партия ограничена. Такая мясорубка должна быть в каждом доме. Итак, друзья мои, но перед тем, как вам показать вот это сравнение, давайте сходим на официальный сайт компании Redmond. Это неправильно, это плохо. Мы сейчас покажем совершенно другое решение. Давай, Оля, озвучим. Да. Давайте сходим на сайт и познакомимся, что же предлагает официальный сайт компании Redmond. Цена 3995 рублей. Запомнили? Почти 4000. Цена этой мясорубки. А теперь возвращаемся к нам. У нас мясорубка стоит только сегодня 2899 рублей. Итак, внимание! Это я тестировал на неделе другие мясорубки. Плохой нож из плохого материала, который будет со временем ржаветь. Этот нож не кованный и сделан просто из какого-то металла, который трескается. Наш нож идеальный, потому что здесь, взгляните, ребра жесткости, которые идеально плотно прилегают к даже любой насадке, которая идет в комплекте. Мы тестируем все в прямом эфире. Оля, в комплекте также получается здесь крупная насадка для того, чтобы приготовить чебуреки.
чебуреки, мелкая насадка для того, чтобы приготовить рыбный фарш или соус. Делайте с удовольствием сами, в домашних условиях. Не надо покупать в магазине, я уже дважды напоролась. Честно скажу, было очень жалко. Выкинутые деньги, купленный фарш, я сделала котлеты, никто есть не стал, потому что добавлено было что-то. Либо туда добавили жир, который, знаешь, вот... Пахнет фризер. Ужасно. Либо добавили мясо не очень свежее. Вот серьезно, мне было жалко. Я купила килограмм фарша, я сделала котлеты, я все выбросила. Ты их учишь, учишь, они ничего не понимают. А время было, надо было сэкономить. Так надо было мне позвонить. С такой мясорубкой. Смотрите, в чем еще преимущество. Во-первых, компактно, удобно, легко перевозить. Дальше. Железная металлическая вставка. А зачем? Для того, чтобы не сломалась никогда. И здесь насадка абсолютно металлическая. То есть это цельный шнек. То есть ничего не будет прокручивать? Никогда. Дальше, внимание, обратите внимание, здесь металл и здесь металл. Еще раз покажу, что это Redman. Вот, чтобы вы понимали. Производительность 1,6 килограмм фарша в минуту. Это 96 килограмм в час. Заказывайте сейчас. У нас мясорубок этих очень мало. Пользуются они огромным спросом. И, кстати, вы получаете еще и подарок. Это 3 вафельных хлопковых полотенца. Да. Заказывайте сейчас и с наслаждением готовьте. Вот я сейчас вам продемонстрирую полотенца. Яркие, красивые. Причем они очень хорошо впитывают влагу. И из чистого хлопка. Но мне хочется спросить, Олег, а если, например, мы будем делать заготовки, например, приправы, если взять, например, нам сделать из твердой морковки приправу, хрена туда добавить, чесночка, получится у нас? Да, только я рекомендую использовать именно мелкую насадку для приготовления этих продуктов. Но знаешь, в чем еще преимущество? Да, смотрите, мы, кроме того, что мы приготовили мясо и рыбу, я хочу вам показать, что здесь при помощи данной мясорубки можно приготовить что? Правильно, что? Настоящую домашнюю колбасу. Домашнюю колбасу? Да. Слушай, колбаса сейчас в магазине в изобилии, но, опять же, Е-добавки, консерванты, неизвестно из какого мяса, сколько ему лет, а может быть это вообще мясо, которое хранилось пятилетиями на каких-то, знаешь, вот складах. Сейчас чего только нет, мы можем только догадываться о происхождении колбасы. Делайте колбаску самостоятельно на мясорубке Redman. Итак, друзья мои, вы приготовите вот такие колбаски. А давайте посмотрим на людей, которые радостные, которые готовят. И именно вот такие вот вы приготовите домашние колбаски у себя дома. Как же приятно, как здорово. Это же совершенно другой вкус. Да. Любовью приготовленные на мясорубке Redman. Готовьте с удовольствием. Ну, а это что у нас? Это у нас приготовлены домашние чечевичные котлеты. Кстати, они приходят с каталогом вместе. Там есть рецепт написан. То есть, получаем мы не только мясорубку со всеми насадками, вы получаете еще и книгу с рецептами от компании Redman. Высокое качество, у нас цена ниже, чем розничная цена на сайте и в магазинах от Redman, потому что мы получаем скидку оптовую и дарим ее вам. Заказывайте, пользуйтесь лестницей скидок и экономьте.